Снежный мини-зоопарк появился в Уральске. Автор идеи – житель города Данияр Шатиков. Мужчина по специальности строитель, занимается туристическим бизнесом. На создание фигур Данияра вдохновили обильные снегопады. Он слепил из снега символы года – кабана, собаку, сказочного оленя с санями, льва и слона. Сейчас вырезает медведя. Зверей предприниматель соорудил прямо на тротуаре перед своим местом работы. Поэтому полюбоваться снежными фигурами может любой желающий. На изготовление одной фигуры у скульптора-самоучки уходит от 2 до 5 дней в зависимости от погоды и обилия снега. Данияр мечтает, что когда-нибудь сможет украсить подобными фигурами весь город. Людям нравится, приятно, и мне самому просто нравится. И дети проходят, и потом люди, когда проходят, говорят: о, классно как, ну и приятно.